моем прошлом видео я подарил зрение 1000 слепых людей. Но сейчас я осознаю, что это мега скучно. И поэтому я... ослеплю 1000 людей для этого видео. Чего? Ну, как оно? Вау. Что ж, один есть. Осталось всего 999. Просто сделай величайшее видео в истории. Я подстрелил ровно 100 человек! Ты предпочтешь съесть своего пса? Или тру**ть своего отца? Я воссоздал человеческую многоножку с ютуберами! Я убил всех синих китов! Я свергнул правительство Боливии! Был лишь ребенком. Мелкому стоило подумать об этом до пересечения круга. Нет! Он должен сгореть с остальными делами! Есть претензии к правилам? Выскажи их боссу. Пришел праздновать самый большой в мире. Джимми, неужели это было необходимо? Неужели Карл был необходим? Джимми. Никто не делает этого так же, как и мы, Крис. И это необходимо. Мистер Бист сошел с ума, но вот почему это гениально. Благодаря убийствам канал Джимми взлетел до небес. Как и другие. Кажется, формула «я убил для этого видео» становится трендом. Я убил всех кашалотов в мире! Сегодня я воссоздал человеческую многоножку 2! С таким успехом всех вокруг. Что же предпримет мистер Бист, чтобы оставаться на плаву? Джимми. Джимми, что теперь? Я знаю. А? Я стал самым большим ютубером на Земле! До этого я планировал пожертвовать кучу девственников во имя Ютуба. Но этого недостаточно. Этого совсем недостаточно. И поэтому... я купил Луну! Не спрашивайте как! И я обвалю ее на землю, убив абсолютно всех! А?
пока Луна летит, я расскажу вам про сегодняшнего спонсора. Вырубай! Сейчас! Нет. Вырубай! 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 Джимми! Джимми. Карл. Я не могу его вырубить, Карл. Это был единственный способ.